сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами. Расстрел на месте и позорное клеймо предателя. Класс, встать! Вы все знаете, что ждет вас дома. Приказ 270 от 16 августа 1941 года. Но командование вермахта дает нам шанс. Если вы примете мое предложение, снова сможете сесть за штурвал. Поднимитесь в небо. Почувствуйте себя нужными. Понимаешь, таких сплавов не бывает. И без сознания был. Мы тут все без сознания были. Соглашайся. А какие люди потом глаза смотреть будут? Мы давно уже предатели Родины, Миша. С Родиной сам разбирайся. Ты не Родина предал, ты меня предал, Коля. Ладно убежать, но улететь. Чего не теряем? Один раз умирать. Так если ты летчик, мы за тебя зачем? Один исправлюсь. Немцы стерегут море. А мы по ним. Сохраняйте порядок. Четко выполняйте указания персонала. Подъем! Слушать меня, парень! Нельзя тебе помирать за просто так. Мы уже бомбим Лондон. Скоро ракеты полетят на Москву, и тогда войне конец. Я умер, все. Умер, Коля, Ларин. Вдвоем у нас получится, Коль, давай. Здесь каждый сам за себя. Почему не вылетаем? Потому что всем нужно возвращаться к живым. Отпусти меня.